когда я подзаемщик. Я даже если будут варианты, я фоткаю. Недавно, например, Кирилл выступил в Госдуме с инициативой вывести бесплатные аборты из ОМС, то есть оставить для женщины возможность сделать только платные аборты. Эта инициатива ударит очень сильно по, в первую очередь, малоимущим слоям населения. И женщины, не имеющие возможности сделать платное, аборт, женщины, у которых небольшой доход или совсем нет денег, будут вынуждены заниматься самоабортом, то есть делать аборт в домашних условиях, не предназначенными для этого предметами. Следствием этого могут явиться повышение смертности женщин. У нас и так в стране порядка 12 тысяч женщин в год умирает от домашнего насилия, а подобная инициатива повысит смертность просто до немыслимых границ. Или даже если женщина останется жива, велика вероятность, что она будет инвалидом, будет бесплодной. А возможно, женщина, которая сейчас хочет сделать аборт, хотела бы иметь детей в будущем. Точно так же женщина, которая по каким-либо причинам никогда не хочет иметь детей, должна сохранить с собой это право. Женщина – это не инкубатор, это живой человек, у которого есть свои чувства и мечты, и они не обязательно связаны с материнством. Я не против материнства, я за то, чтобы у женщины не было такого страшного выбора материнства или карьеры, материнства или образования, материнства или выживания. Вместо того, чтобы запрещать аборты, выводить их из бесплатной сферы, делать их платными, государство должно поднимать уровень жизни, поднимать пособия для матерей, бороться с насилием, бороться с проституцией. Очень часто бывает так, что женщина, вовлеченная в проституцию, не имеет возможности сделать аборт, а ее сутенер предпочитает, чтобы не тратить денег, потому что избить ее до полусмерти. Эти женщины должны быть защищены, у этих женщин должно быть право сделать аборт. У любой женщины должно быть это право. Право распоряжаться своим собственным телом – это неотъемлемое право человека. Спасибо.